Добрый вечер. Прямой эфир канала «Россия-1» продолжает вести Ульяновского региона. В студии Антон Никитин и коротко о главных темах к этому часу. Долг платежом красен. Чем чреват уход от финансовых обязательств и какие может повлечь последствия, расскажем в выпуске. Создание контакт-центра и развитие автоагрегатного завода. О будущем Димитровграда говорили во время рабочей поездки на восток области. Когда вопрос ремонта крыши не терпит отлагательств, ульяновские власти и собственники жилья нашли оптимальное решение проблемы. А теперь обо всем этом и многом другом более подробно. Должниками бывают как физические лица, так и юридические. Многие предприниматели тоже часто не платят по долгам, не погашают штрафы, которые им выписывают различные службы. Госпожнадзор назначает санкции за нарушение требований пожарной безопасности. В рейд как раз по таким должникам отправились сегодня судебные приставы и сотрудники МЧС. Первый адрес по улице Хлебозаводской. Через дверь судебному приставу удается выяснить, что должник здесь не проживает, а квартиру снимает другая семья. По следующему адресу дома оказались только соседи неплательщика. Мы хотели бы узнать, Агеев Евгений Иванович. Иванович, здесь есть вот такой водительский квартир? Да. Проживает? Да. А когда дома бывает? В этот рейд должникам, можно сказать, повезло. Обычно, застав их дома или на месте работы, дело заканчивается как минимум повесткой, как максимум описью имущества. Данные мероприятия являются показательными и устанавливают обязательность исполнения гражданами и юридическими лицами своих обязанностей по отношению к государству. В этом году органами государственного пожарного надзора в службу судебных приставов для принудительного исполнения направлено 29 постановлений на общую сумму около 600 тысяч рублей. Защита жилищных прав детей и сирот – это направление деятельности, одно из приоритетных в работе прокуратуры Ульяновской области. Только в текущем году удовлетворены более 140 исков. Мария Сафронова побывала в новых квартирах, которые получили дети-сироты с помощью прокуратуры, и пообщалась с их обладателями. По закону дети-сироты и ребятишки, оставшиеся без попечения родителей, по достижению совершеннолетия получают благоустроенные жилые помещения. Но власти не всегда выполняют свои обязательства. Так и в случае Сергея Сорокина, 20-летнего юноши. Его родители лишены родительских прав. Молодой человек рос под опекой бабушки. Сначала пытался решить вопрос с получением квартиры самостоятельно в течение 2 лет. Но в итоге обратился в прокуратуру Засвияжского района. Было несколько судов. В итоге то, что по судам оказалось, вроде отказ пришел, и потом через течение 5 месяцев узнал, что мне, оказывается, сдали квартиру через 2 месяца. Через прокуратуру я добился своего, чего хотел. Квартиру молодой человек получил в новостройке в новом городе. Несколькими этажами ниже квартира Анастасии Щегло. У нее схожая ситуация. Положенную ей по закону жилплощадь девушка не могла получить в течение 7 лет. На ее защиту вновь стала районная прокуратура. Обратилась с документами на получение жилья, меня поставили в очередь, поскольку очень долго жилье не предоставляли, постоянно были отговорки, что нет жилья в городе, пришлось вот обратиться в прокуратуру Свияжского района города Ульяновска, который был подан иск. Вот в 2016 году мне было предоставлено жилье. Я лично не присутствовала в судебных заседаниях, все легло на плечи прокуратуры Свияжского района. Квартиру молодые люди получили в сентябре этого года. Постепенно их обживают. Небольшие, но уютные, с видом на Волгу. В данном направлении в 2014 году прокуратура района было направлено в суды 26 исковых заявлений. В 2015 году прокуратура района было направлено 25 исковых заявлений. В 2016 году прокуратура района направлено 5 исковых заявлений в целях обеспечения детей-сирот квартирами. В целом же, благодаря работе прокуратуры Ульяновской области, только в текущем году более 100 сирот получили долгожданные ключи от квартир. И теперь молодые люди, лишенные в детстве родительской заботы, могут с уверенностью смотреть в завтрашний день, создавать семьи, растить и воспитывать собственных детей, говорят служители Фемиды. Мария Сафронова, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. Сложиться и сделать ремонт. В Ульяновске многие дома с обветшалой кровлей оказались отброшены с капитальной реконструкцией крыши на несколько лет. Не успевают накопить денег на спецсчете дома или же просто ремонт по суду задолжал город. В областном центре нашли решение проблем. Что уже успели сделать и что еще только предстоит, расскажем далее. Вопрос ремонта кровли часто становится острым, особенно по осени, когда погода ощущается не только на улице, но и в доме. Начинается борьба за нормальные условия жизни. В
конечном счете дело нередко заканчивается судом. Фемида выносит решение о проведении капремонта. Но городского бюджета зачастую не хватает, как и накопленных на спецсчете дома средств. Поэтому работы откладывают. В случае с кровлей дома номер 28 по улице Минаева речь шла о 2026 году. Ждать так долго не вариант, решили жильцы. И нашли решение, которое устроило всех. Построено, что мы, жители, сейчас выплачиваем 50% за крышу, и 50% нам дает город. Вот и так наша крыша оказалась вот в таком хорошем состоянии. Поэтому наши жители очень благодарны. И я говорю всем, кто это может организовать, старшие по дому, своих людей, могут это сделать. Таким образом, получается консолидированный бюджет на ремонт конкретного дома. Проверяют работы тоже и власти, и сами жители дома. Как признаются подрядчики, последние находятся в постоянном контакте со строителями. Жильцы были довольны, жильцы постоянно на крыше, старший по дому постоянно с нами работала, поэтому, в принципе, проблем никаких не было. А вот такое то, что жильцы постоянно на крыше, это на работу не влияет? Нет, не влияет, это даже лучше нам при сдаче. Когда подписывается акт выполненных работ, они все уже видели, как делали, что делали. Вопросов практически никогда не бывает. Здесь уже положили усилительный слой, заменили ливневки и постелили так называемый ковер. Причем двойным слоем. На все работы ушло около месяца. По словам подрядчиков, кровли течь больше не будет. А это крыша дома номер 17 по улице Гагарина. Состояние оставляет желать лучшего. Но воспользовавшись опытом жильцов дома на Минаева, они также решили объединить свои финансовые усилия с городскими. Обратились с тем, чтобы нам помогли хотя бы сделать 50 на 50. Ну, пока вопрос, крышу еще пока не покрыли, говорит о чем-то, так сказать, рано, но мы уже провели общее собрание жильцов, запротоколировали, сделали смету крыши, ну ждем, когда придет подрядчик и будет делать. Ждать осталось недолго. Согласно договору, работа начнутся уже в октябре. Предварительно расходы тоже подсчитали. Около 650 рублей с квартиры. За эти деньги удалось передвинуть время ремонта примерно на 15 лет. Антон Никитин, Мария Сафронова, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Сейчас мы прервемся на прогноз погоды, после чего продолжим выпуск. Не переключайтесь. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Температура воздуха ночью по области от минус 3 до плюс 2 градусов. В Ульяновске около нуля. Завтра днем по области от 1 до 6 градусов выше нуля. В Ульяновске плюс 3, плюс 5. Вопросы развития Димитровграда стали основными в ходе поездки главы региона на восток области. В городе Атомщиков Сергей Морозов обсудил создание здесь контакт-центра по аналогии с Ульяновским для решения коммунальных вопросов, а также посетил одно из крупнейших предприятий. Какие перспективы сулят инвесторы в развитии новых производств, узнал наш корреспондент. Это территория Димитровградского автоагрегатного завода. Один из старых цехов отдали новому инвестору – компании по производству изделий из металлоконструкций и резервуаров. Новые резиденты индустриального парка ДААЗа приступили к демонтажу старого оборудования. В течение полугода здесь установят новую современную технику, на которой смогут трудиться высококвалифицированные специалисты. Я думаю, что все этапы монтажа оборудования, то есть у нас три этапа, закончатся где-то к марту следующего года. А работа здесь начнется уже через 2 недели. И это не единственное производство, которое может появиться на производственных площадях предприятия в ближайшее время. Буквально на днях прошли переговоры с еще одним потенциальным инвестором из Москвы. Направление деятельности этой компании – производство товаров народного потребления из пластика. То есть это будет не автомобильная промышленность, сразу скажу. Объем, численность персонала в связи с организацией этого производства в этом году составит порядка 30 человек с увеличением штатной численности. На совещании в городской администрации обсуждение развития промзоны на ДААЗе и других вопросов. Сергей Морозов говорит о коммунальной сфере, а также об опыте соседних городов, которые мог бы применить Димитровград. В частности, городской администрации предложили создать контакт-центр по аналогии с уже существующим в Ульяновске. Это позволит быстрее собирать информацию о коммунальных проблемах и оперативно на них реагировать. Отдельный блок вопросов посвятили развитию спортивной инфраструктуры. В частности, говорили о популярном в Димитровграде комплексе «Дельфин».
Уфин. Не так давно у спортсооружения возникли большие задолженности за коммунальные услуги, из-за чего возникли перебои в его работе. Благодаря вмешательству губернатора их удалось разрешить. В будущем же власти Димитровграда обязались держать ситуацию на контроле. Была определенная задолженность за коммунальные услуги перед ресурсоснабжающей организацией. Эта задолженность погашена. В данный момент вода есть, полностью все коммунальные услуги поставляются, проблем нет, «Дельфин» работает по полному графику, как и положено. То, что были еще определенные моменты тогда озвучены по спортинвентарю, на сегодняшний день тоже спортинвентарь был закуплен. Васса Рассадина, Игорь Кранцев, Герман Баранов, Вести Ульяновск из Димитровграда. От комфортной среды проживания к социальным вопросам местного значения. Программы взаимодействия за круглым столом обсудили ТОСы Ульяновска и Алатыря. Встреча прошла в здании 12-й городской библиотеки. Соглашение о сотрудничестве представители организации подписали еще год назад. Чувашская делегация приехала с ответным визитом. Что понравилось в Ульяновске? То, что молодежь непосредственно принимает работу в ТОСах. Новые современные видения на все, даже на оформление. Вот у нас в Алатыре, к сожалению, это только пожилые люди. Вот это вот мы будем принимать и развивать. Если в приоритете ульяновских ТОСов благоустройство, то коллеги из Алатыря ставку делают на социальные направления. Особое внимание уделяют даже духовному воспитанию. Уже за круглым столом участники поделились своим опытом и достижениями в организации работы территориальных органов самоуправления, обсудили взаимодействие с властью и способы решения актуальных проблем. Важно иметь взаимодействие с руководством региона, города и, соответственно, с жителями, которые снизу несут ту информацию актуальную, которая на сегодняшний день является для них важной, и исполнительная власть, и представительный орган в лице депутата, главы города, конечно, при поддержке губернатора, максимально стараются переформатировать свои планы так, чтобы максимально быстро решить те вопросы, которые являются для людей актуальными. Сейчас вот мы хотим в режиме круглого стола обсудить итоги годового взаимодействия, сотрудничества и дальнейшие планы. А дальнейший, самый главный наш план – это создать межрегиональную ассоциацию ТОС. То есть межрегиональная ассоциация ТОС для чего нужна? Чтобы уже на федеральном уровне выходить для объединения других субъектов. Мы хотим быть инициаторами. И к другим темам. Сегодня впервые в Ульяновске состоялась государственная регистрация брака и венчания в храме. Сначала роспись, затем святое таинство. Первопроходцем в этом деле стал Спас-Вознесенский кафедральный собор. Примечательно, что все это произошло 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день люди молятся Божьей Матери, прося у нее защиты от опасностей и несчастий, в том числе и от счастья в семье. Такое торжественное скрепление союза двумя молодыми людьми – результат тесного сотрудничества Симбирской митрополии и регионального управления. ЗАГСа. Церковь всегда выступает за то, чтобы всякая семья, которая возникает в нашем государстве, в нашем обществе, она была не просто неким юридическим договором между мужчиной и женщиной об общей жизни, общих детях и общем имуществе, а чтобы это было некое духовное образование. Церковь называет семью «малой церковью». Сегодня в кафедральном соборе сочетались с браком Архиповы. Молодые люди сами приняли такое решение и расписаться, и венчаться здесь, в храме. Потому что мы любим друг друга, и мы думаем, что мы будем всегда вместе. Это священный устой, который нельзя нарушать. Эти традиции нужно чтить и возобновлять. Испокон веков всегда люди венчались. Нужно поддерживать, возобновлять эти традиции. Подобные совместные торжества планируется проводить и впредь, причем во всех храмах и церквях Ульяновской области. Желающие уже есть. И на этом у нас все новости на сегодня. Я желаю вам приятных выходных и всего самого доброго. До скорого.